Всем привет! Сегодня к нам пришел блок EDC-1634 на отключение иммобилайзера, как обычно, как чаще всего, точнее говоря, машинка Citroёn Berlingo. В общем-то, полазили всякие кулибины до нас в машинке, по проводке творится непонятно что, бысы, соответственно, тоже. Ну, в общем-то, пошли более простым вариантом перед восстановлением проводки, вместо, точнее, восстановления всей проводки, вместо перетягивания опять нового блока бысы, привязки ключей и так далее. В общем-то, восстановили часть проводки, которая относится до блока управления двигателя. И, собственно говоря, хозяин пришел к выводу, что хочет отключить иммобилайзер. Что ж, будем отключать. Блок, скажу сразу, разбирается довольно муторно, поэтому сам процесс разборки показывать вам не буду. Скажу лишь только, основная причина заключена в том, что герметик очень такой, скажем так, тугой довольно. Поэтому кладем сначала блок на колорифер или обогреватель, герметик несколько размокает, который идет, и потом аккуратненько, используя скальпель, отвертку и всякие некрасивые выражения, по чуть-чуть его надрезаем по контуру, и разбираем саму плату. Микросхемка EEPROM находится вот здесь вот, зовут ее 95-160. Ну что ж, выпаиваем. Рядом с EEPROM-кой расположен ВГА-шный процессор, поэтому особо не перегревайте плату. Что ж, будем ее вычитывать. Ставим микросхемку в колодку. Берем ноутбук. Использовать будем тоже Wizard Proc. Вычитываем прошивочку и сравниваем. Вот они по 2 килобайта получились. Изменило 3 строчки. И обязательно проверяем. Поднимаем микросхемку, ставим на место и сверху нажимаем. Прошивка, исправленная платной программой, немножко больше похожа на оригинальную, в отличие от прошивки, исправленной бесплатной программой. Что ж, ставим на место все как было. Поедем испытывать. Вот и все. Что ж, поедем испытывать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если видео оказалось вам полезным, внизу пишите в комментариях, отключение иммобилайзера на каких автомобилях хотели бы вы увидеть в ближайшее будущее. До скорых встреч. Пока-пока.